Готовы, участники? Еще сильнее, я вас не слышу! Веселое кулинарное соревнование от 8 канала превратилось в настоящее шоу. Участвовать в конкурсе приезжают целыми семьями и даже из других городов Приморья. К летнему мероприятию подключились и слушатели радио «Лема». Команда-победитель приехала из Спасска Дальнего. Хорошее настроение, самое главное. Приготовление хорошего блюда. А мы сегодня с отличным настроением. Спасибо, радио «Лема». Обычный салат в исполнении участников становится настоящим произведением. На его приготовление 20 минут. По какому рецепту каждый решает сам. А вот набор продуктов для всех одинаковый. Всего 5 корзинок, столько же и команд. Результат впечатляет. Салат средиземноморский, европейский с грушей и перцем, национальный татарский салат, блюдо светофор и салат санкционный. Профессиональных поваров здесь нет, только среди жюри. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for a minute, let's push all our troubles. Летний сезон конкурса «Готовим на веранде» показал, зрители ждут продолжения. Поэтому 8 канал принял решение продолжить веселый и полюбившийся кулинарный поединок в новом осеннем телевизионном сезоне. На веранде проходит уже второй год подряд, и мы сталкиваемся каждый раз с тем, что наши телезрители просят, чтобы мы повторили этот конкурс. У него есть своя изюминка. То, что здесь могут принять участие не профессиональные повара, а целые семьи, либо дружеские команды. И, конечно, мы не можем не прислушаться к мнению наших зрителей и уже который раз повторяем этот конкурс. И я предлагаю нашим активистам активнее присылать заявки, потому что 20 сентября мы завершаем прием писем, и уже после этого мы подведем итоги, кто будет новой пятеркой. Пятерка команд конкурса «Готовим на веранде» осенний сезон. Конкурс «Готовим на веранде осень» состоится 30 сентября. Подробности акции на сайте vladnews.ru. Принять участие могут все желающие. Всех секретов организаторы пока не рассказывают, но обещают, что призы получит каждая команда. Анна Рамильцева, Светлана Садовая, Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на восьмом.